находимся на одном из крупнейших заводов по переработке металлолома в Украине – Interpipe Втормет, где недавно установили новую систему контроля сотрудников на алкогольное опьянение. Теперь каждый сотрудник, приходя на работу, должен пройти тест на алкоголь, и потом система в автоматическом режиме определит, допускать его к основным обязанностям или же нет, в зависимости от результата тестирования. Такое нововведение работает на предприятии всего несколько месяцев. Основная причина установки – безопасность на месте производства и дисциплина сотрудников. Пороговое значение в 0,3 промилле было установлено решением руководства завода и было прописано в трудовом договоре, а также согласовано с обслуживающим медицинским центром. За нарушение таких норм безопасности существует единственная мера наказания – увольнение. Учитывая, что наше предприятие является предприятием с повышенной опасностью, и один из моментов для предотвращения производственного травматизма и дисциплины – это установка алкотеста. С начала года, вот за 2 месяца, у нас один сотрудник наш уволен. Обман или обход данной системы контроля управления доступом со встроенным алкотестером невозможен. Идентификация личности производится посредством индивидуальной пластиковой карты с последующей фиксацией данных на компьютере. Все проходные предприятия оборудованы системой видеонаблюдения для обеспечения дополнительного контроля. Единственным опасением руководства предприятия стали возможные заторы, связанные с проверкой на алкоголь. Мы выбрали именно этот тип алкотестера, он самый быстроходный на всех активах. И благодаря этому у нас не возникло проблем. То есть люди с пониманием отнеслись и понимают, что это элемент дисциплины и предотвращения травматизма. Алкофор S40 имеет пропускную способность до 12 измерений в минуту, а в обслуживании практически не нуждается. Калибровка и проверка осуществляется один раз в 12 месяцев и проводится в сертифицированном сервисном центре. Мы использовали систему контроля доступа StopNet с компанией украинского производителя Card System в паре с турникетом Byzant версии 5.3, и с ними в паре работает алкотестер Alcofor S40. Alcofor S40 является очень простым в установке прибором, также он очень хорошо работает по аналоговым сигналам, которые подходят для системы StopNet 4.0. Byzant 5.3 турникета, собственно. Также выбран S40 ввиду того, что у него очень хорошая проходная способность. Идентификация результатов измерения осуществляется посредством двух световых индикаторов – зеленый и красный, в зависимости от установленного порогового значения пользователя. Пороговое значение устанавливается в диапазоне от 0,1 до 0,9 промилле. При превышении порогового значения на дисплее загорается красный индикатор «Вид МОВА», и сотруднику блокируется вход на территорию предприятия. Данный прибор основан на современном и качественном электрохимическом сенсоре производства Англии, который обеспечивает алкотестеру, прежде всего, это, конечно же, высокую точность, избирательность по отношению к парам алкоголя. Алкотестирование на предприятиях с алкотестером Alcofor S40 стало гораздо проще.